Cheers. Со всем уважением очень не хочу мешать, но надеюсь, что не отказывались. Мы считаем, что это не про нас. То есть это не про вас. То есть нормативные правовые акты, которые принимают председатели, то есть это внутренний документ, который на вас как на результата не распространяется. Да. То есть решили нарушить проходной режим и принесли. Нет, законодательство, оно же для всех. Слово вам давать, когда микрофон опять не дадут. Понятно. Николай Николаевич, подведем итог, да, что вы отказываетесь выполнять распоряжение председателя, правильно? В силу того, что они не являются сотрудниками, на меня это распоряжение не распространяется.